39-й международный студенческий фестиваль в ГИК объявил победителей. В конкурсе приняли участие 35 киношкол из 30 стран. Гран-при получил фильм «Рука в руку» француженки Луизы Курвуазье. Лучшая документальная лента «Золотые пуговицы» Алексея Евстигнеева. Лучший анимационный фильм «Дочка», работа Дарьи Кощеевой из Чехии. Лучшим фильмом фестиваля по версии студенческого жюри стала картина Нигара Абаспура «Третье лицо. Единственное число». Своего фаворита назвали и зрители. Это фильмы Леонида Гардаша «Покорми кота» или «Как я полюбил и перестал бояться Дональда Трампа». В номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» победила картина Станислава Светлова «Тигр среди берез». Действие картины происходит в маленьком городе, откуда я родом. И снимали мы тоже там же, в городе Рыбинске. А название «Тигр среди берез» родилось уже в самом конце, когда мы фильм досняли и вот искали какую-то вот метафору.